Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» создана с целью обеспечения своевременного и качественного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Адыгея. Финансовое состояние фонда напрямую зависит от уплаты взносов жильцами многоквартирных домов. Ежемесячно все жильцы производят платежи за капитальный ремонт своего жилища из расчета на 1 квадратный метр 4 рубля 95 копеек. Одним из таких является дом, который находится в поселке Дружба. Жильцами 8-квартирного дома на общем собрании было решено потратить собранные ими деньги на замену кровли, так как крыша этого здания была в плачевном состоянии и являлась главной проблемой всех жильцов, говорит заместитель Дмитриевского сельского поселения Муртаз Пшизов. По его словам, работы по замене крыши начались 8 июня. Подрядчиком выступил ИП «Проектор». Строительные работы проводятся при хороших погодных условиях, без перерыва и выходных. Все работы планируется закончить до 27 июля. Бригада состоит из 4 человек. Все специалисты с немалым опытом. Будем надеяться, что финансирование фонда будет активным, и в ближайшее время в ремонт включатся остальные дома, также нуждающиеся в капитальном ремонте.